А вот и первая сыроежка. Чистейшая. Первая майская сыроега. Еще одна какая красавица. Всем привет! Мы опять сегодня в смешанном лесу и опять мы проверяем наши маслятные места. Ну вот первый заход, в принципе, увенчался у нас, можно сказать, успехом. Найдено, ну, порядка 15 маслят. И нами сегодня были обнаружены первые сыроежки. Вот как вы их видите. Вот такие вот прелести мая. Ну что, вы готовы с нами идти сегодня гулять? Поехали! Кем-то пытался быть съеденным. Сейчас проверим. Нога чистая. Да? В серединке немножко съеденный. Какой красавчик. Ух, какой, смотрите. Богатырь. Чистейший. Лопасы тоже чистейшие. Чистота. Я смотрю, они растут там, где меньше. Класс. Правый, кстати. Какая красота! Чистота! Смотрите, какая прелесть! Хвоя и листва, и крапива. Нет, это не крапива, это ежевика. И вот такой вот спрятался красавчик. Он очень свеженький. Нашла кого-то? Один, ага. Чистейший. Ой, запах непередаваемый. Красота. На бугорочке вылез. Подсушенный. Ой, какой красивый богатырь. Вау. Масленок. Смотрите, чистейший. Пахнет. Обалдеть. Смотрите, какая красота. Как будто пирожок только что из печки. Красота. Супер. Прелестный грибок. Свежачок. Да? Свежатина. Видите? Чистейший. Класс. Нажимаем.
какая прелесть, смотрите. А вот какой наливной красавчик. Здесь такой, прям как лаковый стоит. Проверим его сейчас. О, двойной сросшийся. Не очень свежий уже. Но чистый внутри, ножки чистые. Ножки чистые, шляпки проверю сейчас. Вот так вот с одного места два. Так, проверим эти находки. Наверное, уже староватые будут. Да. Эта находка прям уже совсем-совсем... Ой, вода льется. Гниленькая. Ну, это-то... Тут даже их три. Но эти товарищи сгнили все. Да. Все. Оставим их на размножение. Пускай размножаются. Спрятался. Но мы его нашли. Думаю, чистый. Да. Красавец. Смотрите, какая красота. Два богатыря, улиточка. Класс. Живая. Пускай тут сидит. Свежатина. Прелесть. Идеальные уши. Аурикулярия. Ух, какая после дождика наросла. Прям вот и хочется взять. Какая она сочная. Угу. О, оторвись. Класс. Похрустим. Ох, какая. Там уже в землю вросла. Уши. Класс. Смотрите, какие грибы мы обнаружили. Это все тот же пилолистник, ракаловидный. Хочу вам его показать. Эти экземпляры, они уже старые. Тут их прям очень много. Но такие размеры, смотрите, вы когда-нибудь их видели? Огроменные. Свежий. В принципе, в такой еще на этой стадии его можно... Есть, как некоторые поступают, некоторые его едят. Никакой, очень сочный, да, вода прям в нем есть. Структура прям, знаете, такого белого гриба. В нем вода прям, смотрите, прям течет. И, естественно, конечно, его расположение, это вот заводь, лужа, болото. Но мы такие грибы не берем, мы охотимся на маслята. И поэтому мы идем дальше. Вот таких вот много грибочков попадается. Настя нашла клавикорону. В общем, оленьи рожки Настя нашла. Пахучие, ароматные. Угу. Класс. Хорошо.
Сколько там вот у тебя? Здесь еще есть. Вот они. Прелесть. Берем? Берем, конечно. Класс. Я так мечтала их найти. Мне кажется, там вот еще где-то есть. Впервые нами были обнаружены мутинусы. Вот так находочка. Вот впервые я нашла. В общем, пошли мы искать новые места. И честно скажу, заблудились. Мы сейчас ориентируемся по компасу и по навигатору на телефоне. И в лесу, я вам скажу, кроме вот этих вот бакаловидных пилолистников, ничего не попадается. То есть смысла дальше идти просто нет. И мы сейчас возвращаемся назад. И все, больше в лесу ничего мы не нашли. Только пилолистники, полон лес. Очередная наша разведка на сегодняшний день подходит к концу. Итог улова, в принципе, так же, как и всегда, неплохой. То есть не с пустыми руками. Также у нас сегодня, ну, может, чуть больше, чем в прошлый раз. Это 30 маслят зернистых. Достаточно хорошеньких. В прошлый раз все-таки больше было червивых. В этот раз получше. Все-таки дождик дал положительный результат на эти грибы. Еще нашли 3 сыроежки. Первые в мае. Прям так тоже для нас это необычно. Это первые майские сыроежки. Тоже хорошо. Сегодня было очень много пилолистника бакаловидного. Ну, который, естественно, мы не берем. По пути встречается очень много колибий. Лесные домики для муравьев и мошек. Они такие пахучие, ароматные. Они, знаете, вот даже больше пахнут, ароматнее пахнут, чем те же маслята. Но, к сожалению, они все червивые, и брать их бесполезно. Ну все. Кому понравилось, поддержите лайком это видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем до встречи. Увидимся в следующем ролике. Надеюсь, это будет сбор лисичек и полубелых грибов. Всем пока! Увидимся!